Сенат Конгресса США принял постановление об отмене программы обязательного медстрахования, введенной президентом Бараком Обамой и получившей в честь него неофициальное название «Обама-кейр». За проголосовал 51 сенатор, против 48. Ранее Обама заявлял, что его реформа должна была помочь гражданам в получении медуслуг и лекарств за счет страхования. Однако противники считают, что программа вызвала общий рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на страховом рынке, в том числе уход с него ряда компаний. Согласно официальным данным, в 2014 году затраты американцев на медобслуживание увеличились на 5,3%. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что намерен отказаться от проекта и разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохранения.